Сотрудниками полиции задержан ранее судимый 32-летний житель Твери, который стрелял из пневматики в пассажирском автобусе. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. 26 числа в 30-м автобусе ко мне подошли контролеры. У меня не получилось оплатить проезд. Я достал пневматическое оружие, пистолет, стрельнул в дверь, которая была закрыта, и вышел через стекло автобуса. В ходе личного досмотра пневматический пистолет изъят. Органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В Твери на улице 2 Красина в автомобильной аварии пострадали два человека. Водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 45-го года рождения, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Audi, за рулем которого находился мужчина 97-го года рождения. Произошло столкновение. В результате сильного удара пострадали две женщины – пассажирки ВАЗа и Audi. С места аварии пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи. В дежурную часть Тверского линейного отдела МВД России на транспорте обратился пассажир, который сообщил о краже его поясной сумки с личными вещами и документами. Сумку он забыл на ленте при прохождении рамки инстракопа, а когда через несколько минут спохватился, сумки уже не было. Ущерб оценен в 13 тысяч рублей. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемую, которая, положив в себе на спортивную сумку, забытую другим пассажирам вещь, покинула досмотровую зону. 46-летняя гражданка Казахстана, временно проживающая в Твери, задержана. Дознанием Тверского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде.